Ура! Наконец-то мы добрались до расчистки бобо, потому что ей очень сложно все делать. Во-первых, она плохо стоит, ей очень тяжело. Во-вторых, Сереге стоять тоже на коленках практически. Но зато бабулька сможет ходить. Копыта у нее уже прилично наросли. Та бобо. Серега делает, поддерживать ее надо под пузо, чтобы она не падала. Поэтому корда натягивается. И будем держать. Пока так. Сереге говорю, хватит ее обдирать. Это моя кайфушка. Это я ее буду обдирать. Это моя. Вон, видите, как бабошка. Бабо были тут. Брови такие красивые. Пухнастые. Так Катька их взяла и выщипала. Даже не успела я видео снять. Для Ириски специально. Сереге. Мини-подстолка. Это очень смешно. Но по сравнению с ногой, вы видите, она совсем практически низко стоит. Бабка не может ногу высоко поднимать, поэтому... Пилин. Пошла тяжелая техника. По-другому никак. Не смогли пока ей взять левый зад. Все делать приходится практически на коленках. Бабушки тоже часто. Она вешается всяко разно. На Серегу облокачивается. Тяжелая техника сдохла. Теперь пошла ручная техника, легкая. Рашпилем. Ну тут, блин, пилять, конечно, рашпилем. Он даже ничего не берет просто. Ага. Вообще. Намертво там все. Глянь, даже не это, не кусочка. А может, провод протянем? Технику тут не берет вообще. Бабки, красавцы будут новые. Так, мы взяли вот, тянем провод, чтобы подключиться к сдохнувшей технике, иначе рашпилем взять невозможно. Все, раскручиваем вот так. Втыкаемся в розетку. О, заработало. Все, пошло все. Продолжаем. Приходится бабку еще с жопы поддерживать. Она еще и подсаживается. Просто. Вот, видите? Баба! Харе! Давай, мне... Бабу, садись на жопу и сиди. Да, и мы будем расчищать. О, какая кайфушка. Все, обдираловка. Вот так, вот так. Бабка совсем повисла. Бабо, я вот всем в интернете покажу, какая ты, как ты выделываешься на расчистке. А то такая миленькая бабулька, такая миленькая бабулька. Не миленькая, ни разу бабулька. Смотрите, какая. Вредная старуха. Вредная старуха. Ей, правда, уже положено по возрасту вредничать. Кто-то предлагал ей дать тумаков. Я говорю, уже в таком возрасте тумаков не раздают. Я почтенный понял. Возраст. Тумаки. Очень удобно облокотиться на Серегу. Очень удобно. Вот так вот повисеть, скажи, держит же, да? Держит, вот так вот надо повисеть обязательно. Ага. Вот коза, вот коза. Еще разочек делаем заход и пробуем сделать зад, потому что она не стоит. Вот такой у нее копыта. Вот так это выглядит. Оп, 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 оп. Сапог-то мне вообще много. Обувать-то. Вот, делаем вторую заднюю ногу. Передать сделали, и легче стало стоять. Либо она нам уже сдалась. В общем, у нас чуть больше часа получилось. Ну, как смогли. Зада, конечно, по-нормальному мы не смогли сделать. Поэтому сейчас мы колем
остался от лошадки с вырванным зубом и патоджект. И нам его отдали. Ветеринар сказал, что можно бабошке для поддержания проколоть. Поэтому сейчас уколем. Серега решил выстричь. Скоро должна пролинять. Мы ей помогаем в этом. Тяжело старым лошадям колоть, потому что, во-первых, она дергается, во-вторых, вены глубоко. Все, бабульку отпустили с процедур, и она в новых кроссовцах. Идет. Куда ты идешь? Иди домой, мы не на выгул. Давай. Вот такие у нее новые ботиночки, кроссовцы. Все, идет отдыхать.